Всем привет, с вами Нуб. Сегодня про прохождение, продолжение Хака. Соник 1037, и это у нас... Третья, ой, пятая зона. Там жизнь была, там жизнь была, сейчас там была. И нам похуй, нам похуй. Нам еще насрать. А чё он не умирает-то? Так, тут надо. Стукнуть снизу так, чтобы всё было путём. Нет! Это бред, я хочу туда. Ах, Sony гад. Ну, не пускают. Чё здесь всё закрывают? Ой. Уа. 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 Везде огонь, кольца, огонь, огонь. Нет, нельзя. Всё. Не хочу умирать. Давай, Соник, иди вперед, иди вперед. Назад не иди. Ну, все, первый. Нет? Должна остановиться, да? Джи, где-то вентилятор. Меня обманули? А, вот, все, норм. А, типа... Ага, всё понял. А, вниз нажать, да. Всё. Дайте мне эти... Чё, прикол? Вот, так берется. Первая пройдена акт. А чё, Light Zone? Star Light Zone так называется, что это Light Zone, блядь, называется. Ну, разработчик вообще странный тип, ничего не поменял путём. Нет, вот. Вот. Да. А, там же можно... Да-да-да-да-да, почти немного, да умри ты, блядь. Не, не долетает, Соник. Соник не долетает. Ой, что-то я разогнался, да. Беги, беги вперед, Соник. Так. Опа. Тут... Ага, как ты их задел? Я же должен был под ним пройти. Нет! Нормально. Чуть не улетел вниз. Наверх, да, 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 наверх это хорошо, я не люблю вниз. Все что ли? Что-то вторая куда быстрее, чем первая даже, да? Нет? Мне показалось быстро очень пройдено. Минуту 22. Третий акт этой же зоны. Странное название. Не. Вот, да, вот так.
давай, давай, направо. Не полетел. Стой, чувак. Стой, чувак. Упал в самый низ Саник наш. Нет, вниз мы не пойдем, там. Что это такое? Пусти меня туда. Это что, прикол? Хватит уже вентилятор издеваться надо мной. Так, ладно. Здесь пойдем потихонечку. Блять, надо было выше. А, вот с такими лагами, вот как я должен был знать, что... Да, блядь, тупая. Заебись, блядь. Кольцо вернее. Так, нам так-то... Ну ладно. Ну ладно, 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 вниз, вниз. Нет. А, Соник, ты чё творишь? Ты... Почему назад нажимаешь, тупой вонючий? Блять, надо было сразу разогнаться. Да блять, назад не... Да блять, тупой, блять. Вонючий геймпад, блин. Я вверх хочу, блядь! Вонючие. Все, Соня, пиздуй. Ебать, там прыгать надо, что за хуйня. А, тут успеть надо, я не успел нихуя. Нет, пиздец, сам внизу хуй. Ладно. Ну? А, ха-ха. Прикалываетесь? Вы издеваетесь? Не надо мне вот это. Ты, блядь, отстань от меня, чё она доебалась? Нет! Опа! Опа, не ожидали. А чё они стреляют? Такие тупые, блядь. Ладно, в воде они хоть были какие-то красные, но синие. Таким же... А тут они вообще, блядь... Пиздец, свет, бля, как Соник. Зелен. Беги! Беги! А, с на башку есть. Да, ну конечно, свет тоже много чего меняет. Нихуя непонятно вообще, куда идти, и чё, и как, и почём. Да как? Да блядь! Кольцо дай! Одно единственное. Бля, ну это пиздец. Ебаный вонючий компьютер, блядь. Почему эта хуйта вылетает, блядь, меня на рабочий стол? Пауза, блядь. Пиздец, я вообще в шоке. Сколько у меня колец, хуя не видно. А вот все.
Пиздец, блядь. Хуйня ебаная, блядь. Сдохни, вонючий Эдмон, блядь. Я... Наконец-то, блядь. Это пипец был, я вам говорю, мне тупой вонючий Windows. Когда не надо, вылетает на меня. Пизду куда-то. Ну ладно. Lead Zone Act 1? Что за лид? Вы гоните это... Чё? Всё розовое. Огонь! Огонь! Да, и гусеница это синий теперь, прикольно. Блин, когда я тут проходил Наклзом, было легче. А тут сейчас этим Соником все проходит. Бля. Не, я вверх хочу. Да блять, я не хочу вниз. Да блять. Вот так вот. Вот. Да, я сохранюсь, потому что это такое тупое место. С этими прыгнями меня бесит эти. А, все нормально. Что такое? Куда пропали-то платформы, да? Где? А, тут спрыгнуть можно, я нуб. Ну чё? Откуда? Ты чё-то должно быть, да? Ииии, блядь! Ааа, это протупил! Я бы выше мог бы быть, если бы... Не снубил по-нубски. Ну идем пока, здесь норм платформы. Нас поддерживают. Идиотство. Так, тут не помню, вверх, да? Стреляет шариками медвежата. Медвежата наша стрельная. Дай хоть 100 очков-то, вот, дал. Дал и поддал. Сейчас по-бырому. Lead Zone Act. А, их же всего 2 акта. О-о-о-о-о. Ну расцветку взял, ну уже что-то интересное, ну блять, черное все это пиздец. Нет, опять начинается эти вонючие крутящиеся. Блять, я чую дым. Да не надо мне в ту вонючую сторону, как и в Sonic. Knuckles был тоже, блять, какой-то ебаный. Вот наверх, блядь, сразу не мог так? Хуйня, блядь. Давай наверх. Почему? Я ненавижу эти круглые эти. Да не надо мне влево. Нет, прикольно расцветку сделано, блядь, это... Да не надо мне налево, блядь. Ой, самка хочет управлять, вообще бред вонючий. Ебаное начало уровня. Нет, ну все-таки немного запутано в последнем уровне. Понятно, где... Вот это уже опасно, заметили? Видите, тут... Понятно, дыра или не дыра, блядь. А там вот хуй поймешь, там дыра или чё? А специально так сделал, блядь, чтобы... Кольца красные, все красное. Нет! Вай! Да не надо в меня стрелять огнем! Во, норм! Продолжаем. Нет! Все равно снубил. Вау! Пробежал так как тупо. Нет, только. Пиздец, ненавижу. Нет. Нет, я опять вниз упал. О, это. Тут ничего не понятно, нахрен.
тут хоть, да, расцветку он красивую сделал, но она какой-то пиздец. Я вам говорю, да как ты, вонючая гусеница? Пиздец, я даже не сохранился. Не сохранился, все заново? Давайте, ну ладно, пусть будет так. Допустим. Допустим, пусть будет так, окей. А, все, я понял как. Че, ёбнутый что ли, блядь? Какая вверху это... Да, надо... Да вправо, блядь, вонючий Соник! Вот, да, когда она куда показывает это... Так я раньше не догадался, мне лень, блядь. Да, когда этот шарик, который там... крутится... Это означает, что сейчас полетим в ту сторону. Вот этой кукинки. О, нет. Чё-то было. Вот этот, видите, шарик, который посередине крутится по розовому. По розовой тарелке, по-моему. В какую сторону показывает, туда Соники полетит, какие-то планы. Да, а КА раскручивается, нихуя непонятно, блять, куда лететь, мне тупо... Пролетел, блядь. Нет, беги, Соник, кольцо. О, мне тупо повезло, вообще сам вправо улетел. Хотя там нихуя не видно было. Хотя мне вроде не повезло. О, я ненавижу вот эти. Ну, еще раз гонок-то здесь нету. О, вонючая попалась. О, мне повезло, F5. Тупо пробежал. Ой. Монитор на воздухе, да. Еще непонятно, куда идти. Вниз! Нет! Ладно, сейчас распилят, бля. Еще и да, еще и колесо в конце. Летит пила эта, которая подъебать может тебя страшно. О, ой, вниз же надо, я вспомнил. И сейчас конец. На, ну как обычно, зафейлили, занудили. И ничего. Че он вышел, посмотрел и убежал. Соник. Final Zone. 5. Я не хочу падать. Давайте тихо. Сейчас этот придурок ржать будет. Стоять там год. Я не хочу, чтобы он на кнопку нажимал. Ну-ка, а если зависнет так? Он нажмет? А, наверное, надо, чтобы подойти на пистолетик, чтобы одно не увидел. Вон он же жилья стоит. Вон пузо видно у него. Рука торчит. И пиздень, бля. Вот он. Вот он смотрит на меня, но не работает. А, на последний кубик, кстати, блядь. Да? Куби зависло? Прыгай! Он зависнет? А, вот он заржал. Не! Блин, не на... да, на последний тут надо. Отдельность. Да-да. На последний, если упадешь, то он заржет. Ха. Так, нам по низу надо. Так, здесь дверь открыть. О-о-о! Соник у нас нормальный стал. Пиздец, там воздух, колец нет. Я хоть сохранился. Ху-ху! Нет!
А, тут сейчас... А, нет. О, кольца! Кольца жизни! Тут Наклзом можем... А, нет, не Наклзом. Тут, да, где-то... А, нет, не здесь. Бля, народ, я уже все забыл. Я прыгай! Нет, так я хотел присесть. Присел, блядь. А, вот, все, и без колец. А там все равно вроде без колец Final Zone. Да, Autumn Act называется, блядь. Там все равно, без колец, да. Ну, сейчас я, наверное, тупить буду, нет? А, я знаю, как его убивать. Вот здесь надо стоять все время. Все, он будет или снизу выползать, или сверху, с этой же стороны. Я же сказал, два уже. Стоим здесь же. А, нет, он меня наебал. Козел. Ну, все равно, если здесь стоишь, он обычно там себе не будет. Нет? Блять, хаки переделали, что ли? Или здесь какая-то последовательность сильнёт? Блин, я его так долго убивать, блин. Ну ладно. Вот это пиздец, вонючий компьютер, я его, блять, сейчас разъебу нахуй. Тупой вонючий Windows, блять. Вот где они были, блять? Опять на рабочий стол у меня вылетело, извиняюсь. Да ебаная, блядь, вонючая. Бесит меня уже. Как исправить это, я не знаю. Блядь, надо было вниз же. Ну, так чё он только один раз его стукает? Я хочу сразу стукнуть два раза. Ну, ладно, хоть так. Я думаю, ну ж сам поддается. А? Че это было сейчас? Уроды, блядь. Да как? Вонючий козел жив, сидит там у себя в будке. Да я хочу его. Че ты его не бьешь? Давай. Вот хоть раз, блядь. Я не успел. Блядь, Соник тормоз оказывается. Там нереально успеть, там на разгон у меня спиндашек там. А в первой части нету его. Я думаю, только во второй части. Тормоз. Ну, сейчас два часа будем бить этого придурка. Ну, хоть еще раз повезло, да, 4 уже, 5. Не знаю, там сколько надо. Вот тут она узкая, блядь. Блин, не успел. Да я там нереально попасть, если такой повезет. Вот, блядь, не надо мне вот это. Я не знаю, 5 уже. Ну, узко вообще пиздец. Опять наебал. Ты чё, Эггман? Наглая морда пузень свой. Блин, не успел. Ну давай. Чуть осталось. 3 удара вроде. Вот. А, все? Ха, странно. А когда 8 жизни? Я чуть посчитал 5 или что? Я хочу вот так. Все. Все, Соня. Все, сиди, блядь. Ура, наконец-то мы прошли этот хак тупой идиотский. Вообще не играйте в этот хак, самый интересный первый уровень, остальные все. Ну еще последний уровень.
второй акт последнего уровня Scrubland Zone. Очень интересный. Ну, расцветка черная. А так, чё ты умер? Вообще ни о чёмная. Как вообще неинтересно, ничего не поменяли, тупо расцветка и все. Разработчик поленился. Вообще обновляли уже. Первый уровень поменял и все. Ну из-за того, что он расцветку, наверное, поменял, он подумал, что никто не будет играть в этот хак из-за такой ужасной расцветки. Ну, блять, ты не мог сделать хотя бы... Ты же не знаешь то, что... Разработчик, вот я обращаюсь к тебе, ты же не знаешь то, что... Все люди, у всех свои вкусы, может кому-то понравился это... всякое такое вот ужасное расцветка, разноцветное. Допустим, мне. И почему ты не сделал разные уровни? Интереснее играть бы было. Ну так, как первую часть прошел и все. Не очень-то. Ну что-то Наклзом я проходил тоже. Там первая часть была, ну там Наклзом, там он летает, у него спиндэш все есть, и здесь все так же стандарт. Ничего не поменяли. Не очень-то интересно. Тут показывают титры. Не титры, а уровни какие во всей игре есть. Которые неизмененные ни хрена. Sound Program Janita Mikey. Вот этот уровень интересный, да. Сетку клевую сделал. Черную. Разнообразие какое-то. Special thanks, Fuji какой-то там. Special thanks. Специально спасибо. Очень хорошее спасибо там какому-то программисту, который помог им сделать эту игру. Presents by Sega произвела. Трая гейм, вы проебали. Да, мне похуй. Я знаю, то, что я один кристалл вроде только собрал. И Эггман счастлив. Ладно, у нас концовка хуёвая, это нормально для моего прохождения. Всем пока, с вами был Нуб, до новых встреч.